окно. Я летаю в облаках, и моя жизнь это кино. Солнце, люди, плач, деньги, суки, власть, тусы, джойнты, страсть. Утро, вечер, я упал в кровать. Не нависаю, не делаю шоу. Много менялось и много ушло. Мои братья остались. И ты же знаешь, кто мы. Это 0372. Наши люди на месте, нам нужна только правда. Это перезагрузка. Пикни саппорта, пусть чел пойдет фармить. Че он молчит, нихуя не говорит, блять, странно. Ну, можешь мут у человека. Здорово, ебать. Альтивитамин. Здорово, Димон. Альтивитамин. Все, что есть в моей крови, смотри, альтивитамин. Из моей крови. Please let me go, middleman. Last pick, last game on the calibration. Завали ебало, дебил. Чел, дай, пожалуйста, мид последней игры калибровки, пожалуйста. О, ты тоже стример, ты подпишешься на меня, съебусь? Да, давай. Все, только не без наеба ты. Кинь твич, мне неохота перепис. Ну я в конце игры вообще кину, окей? Давай. Тупо, блядь, стримеры заработай нахуй. Все, что есть. Не, нахуй мид, у меня 6200 чел на миду, мне похуй. Мне похуй, Рафлан ебало. Я иду роумить на пизже, блядь. Кстати, го посмотрим, что это за, блядь, известный стример. Ой. А вот и новый коллега. Смотрите на эту за лупа, блядь. Владюша, блядь, 22 года, сука. Владюша, блядь, 22 года. Мне не 22, с чего ты взял? Ну 20, какая нахуй разница, за что ты, блядь, не наводи слепых на столбы, блядь. Ты слепой? Что ты к словам придираешься? Владик пидор ёбаный. Ну да, тут согласен. Вода. Владик, блядь. За что мне нахуй Владика в команду? Дой бы ты Джейко. Это Бэнкро. Суки меня любят, бы ты Фрэнко. Димон, чё сидишь? Видишь, я на Dota Plus собираю, там обновление вышло. Давай закидывай 30 рублей, поехали. Та би бы то папа ката нашкина. Спонсор главный, внимание, блядь. Главный спонсор, нахуй. Адреналин раш, блядь. Ягодная энергия, нахуй, здорово, блядь. Зайди в тухлый туз Родика. Димон, не смешно. Донать либо гуляй. Сосат. По факту разъебал, Димон. У меня настроение хорошее, еще и башить буду. Парни, где курица, блять, ёб. Нормально. Может, писи по губам, а не донат. Так, иди нахуй, Димон, все с потока, блять, гуляй, сучка.
Слышь, мам, давай будто Джейко. Да, бэнкроу. Бэнкроу. Заки меня на минуту фэнко. Спасибо. Так, ёб твою мать. Рафлан, ебать. Не мешай смотреть твой стрим. А, ребята, сколько здесь ММА? Да, братан, на 400 ебашу. У меня 4400. Okay. Я просто максимально борюсь со скрытым пулом, понял? Типа, блядь. Ты сейчас не скрытым. Я, блядь, братан, у меня минус минус F, блядь. Я в самом скрытом пуле. Как узнать, ты в скрытом или не в скрытом? Ну ты в скрытом, я тебе точно, блядь, чел, я по голосу слышу. У меня, я, брат, у меня нормал, понимаешь? Блядь, нас не может в одну команду кинуть. Согласен. Залупа какая-то. Не, ну я просто, блядь, не знаю, в муте месяц где-то сидел, вот позавчера вышел, блядь. Пиздец, в муте. Опа, руна! Стример, заработай, блядь. Боже, как же я их ебу. Найс руна, чё сказать, блядь. Давай трил пил. Пытаются украсть мой флоу. Закрой пасть, мудло. О, делаю всё, что хочу. Можно мне сентри в мид, пожалуйста, вард поставь? Конечно, братан, ебать. В чём разговор, нахуй? Вот тебе курица, блядь. Вот, сентрик уже к тебе едет, брат. Всё нормально, ебаш. Только курицу потом убери, чтобы её инвокер не убил. Я уже в тебя вкладываю. В меня вкладываешь, блядь. Спасибо. Парни, наш, малой, блядь. Она выебет сейчас, блядь, всех. Кого он выебет? Все, противники ливают. Я, может, скоро отключусь, так как Маман позвонил провайдер. И нам должны отключить интернет за неуплату. Чё, Димон, тебе на интернет собирать теперь бабки, что ли, чё надо, не пойму. Блять! Не засчитало! Не засчитало попадание! Короче, блять, в пизду нахуй. Есть пробитие. Да нет пробития нахуй, где ты его увидел, блять? Так, всё, ладно, давайте, гайс. Я съёбываюсь от вас. У меня чуть не летит, блять. Надо Рике слову помочь. Данные не собирай. Да, пошел нахуй. Ну что еще собрать? По Джаггер. Джиггерслав. Здравствуйте, Джиггерслав. Рики, я второй левел возьму. А кого хукать-то? Мы же не убьем никого. Ой, дебил, надо его хукать. Приди, хукни, инвокер. Я приду, второй левел нужен. Я ща приду к тебе. На лечение твоего аутизма. Второй левел есть. Направляюсь сам знаешь куда. План без обид. Да все нормально, Димон. Не похуй. Я в доту ебашу, понимаешь? Как боника-акс выйду. Что за лупа нахуй? Можешь замедлять. Давай, давай, замедляй, брат. Оп! Паш, блядь, нашла красота на камень. Да, ты сын, блядь. Мисс, блядь. Сынок, нахуй, типа, толстый, прикинь, кастует, сучка. Слышь, сейчас ТП выхукаешь его? Встань сюда. Конечно, выхукаю, блядь. Нет, не выхукаю. Поздно. О! Видите это? Это, блядь, ты умрёшь, Оник. Да, ты умер. Блядь, нахуй он? Балбес, блядь. Стик. Кэрри или мипа. Давай. Сильный кэрри. Да все, блядь, ладно, ну бывает, с кем не бывает. Давай его, блядь. Ну. Бля, он сейчас сучка загрит нас. Еще нас. Да, нам пизда! Пизда. Бля, еще и меня заставил, прикинь. Уже ебанутый герой, блядь. Ничего.
ним разберусь. Хук, хук, хук! Да, его хукать-то, блядь, предлагаешь. В лес надо было хук. Воняю, парни, блядь, ну, колпану. Не умру. Блядь, умер. Ладно, ничего, все нормально. Это что, блядь? Не, ну, не динает от агро. Ну, там джаггер ливает, блядь, победа. Как он вас убивает, я не могу понять. Как вы фидите так? Брат, ну эту игру ты должен был выиграть. Точнее, mm-hmm. должен. Ну и на инвиз, побегай. Бучакс. Сейчас диффуза выпустил. Бучакс, согласен. Не ходит, видишь? Не двигается. Почему? Нас ебут под талп. Бегу. Живи, брат. Ебаные крипы, идите нахуй. Как нас, блядь, убил? КД у меня был, КД, блядь. Да, да, у него КД. Секунду оставалось. А как ты промазал? Да хуй его знает, как промазал. Рядом с тобой. Ну, на самом деле, эту я проебу. Там уже забрали. Ну, если визаш не выиграет, ну, типа, там вообще дебил. А это плохо выебать, блядь. Бля, блядь. Блядь, он... Боже, блядь. Он не выстрелил. Блядь, инвиз не вкачивает. У нас Клинкс Агбайер, у него Divine 3, он играет на 4 сторис. Мы с этим Клинзом не выиграем, 100%. Играй, выиграем, выиграем. У меня вчера, короче, такой же был челик, он, короче, это даггер купил дезолятор. У меня уже второй такой пошел для игры. Опять сдох. Как ты умираешь? Да включай инвиз, долбоёб ебаный. Это уже не смешно. Я хуй кора там с таким долбоёбом давать коров, бля, это пиздец. Седьмой левел вангард, блядь. Не зря он молчал, блядь, все время, потому что он дебил, блядь. Он писать, наверное, не умеет даже. Топ Клинкс в мире. Ха-ха, что с этим Максом сделать? У нас минус тавер, если никто не придет. Я иду, ну что мы идем делать? Да, поздно. Че за животное, блять, на Клинзе, пиздец. Раз умер. Ну, блядь, ладно, типа на камбэке, на камбэке. Давайте убьем Макса. Две победы, блядь, оставалось, да, там, конечно, следующего. Мы можем попробовать, да. Блядь. Надо кайтить, сейчас у меня будет. Стану еще. А, блядь. Виза 400, проверьте. Ой, бля, ой, блядь, 600, простите. И мисс клип, блядь, что сюда, да? Ой, блядь.
Боже, он опять задох? Джаггера полутора не было на 7 левел. Клинс 5. Бать, он Сурики почти дефуза. Не, хукать не буду, брат. Ну хукани, я палец зам, чё ты, ёбаный. Блять, он с ульты убьёт тебя просто. Палец и хук, он не выживает. Он крутилку бы успел, он же 10 хекс дал, мейбер хукнул бы. Найс. Давай, да, я тебе дам манго и кларити, слышишь? С Аксом что-то делать. Го его опять попробуем. У нас, блядь, Клинкс. Парни вызывают кого-то. У меня сейчас 6 будет. Да, у меня 6 есть, можем. Не, ну Висадж Нит выиграл однозначно. Ну, Висадж выиграл, блядь. Блядь, я еле бегу, сука, под этой хуйней. Блять. Ну жаль, долбой, бля, я ушел, бля. Фул хп. Ёбаный бан. Инвокера будет кто? Я уже лечу тут с ультой. Идешь ли он? Го-го-го-го-го-го-го-го. Тиса летит. Го-го-го-го-го-го. Но он уже слишком далек от нас. Ну, если бы сразу ты пошел за ним. У меня все плохо, пацаны, у меня уже должен быть доминатор. А в чем смысл урны? Смысл урны? Да, нормально. Для меня урна всегда была дополнительным скиллом героя. У любого. То есть это, по сути, блядь, ну, типа, горелка Акса. Не такая сильная, но, по сути, у любого героя может быть скилл. Как? А, это скилл, блядь. Бать, он еблан, конечно. Пиздец, я в ахуе просто. Все, дальше каждый сам за себя. Я варды покупаю, все забить, пожалуйста. Флетчер фармит. Я буду по одному стараться их убивать. И выфармливать. Блядь, диффузант в минуте на реке, это, бля, ебать. Клинкс 0. Я помню, играл на реке, у меня на 30-й появились диффуза фазы, блядь, так я лайфхиллера, блядь, соло убивал. Опа, ПТ, все как надо, все как надо, брат. Ебешь, не отпускаешь. Витамин. Я лечу, блядь. Вот и все. Наш нахуй, ёпа. Ой, блядь, граф. Боже, блять, просто там везде сэндвики.
Да, у меня мана никак не ходила. Ну, мне в этой игре просто не везет. Да, чуть не потонул. 1-5, блять, на визаже. О, у них еще Энигма есть. Мне Энигму, брат, пожалуйста, тебя прошу. Хорош, хорош, блядь. Не видите, чудище это, блядь, ебаное. Можно вычислить. Или вот эту залупу. Мне вообще обратно. Где, 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 где? О! А как он умер, долбоёб? Бля, нахуй, нахуй, нахуй моего шторма он собирает. Ааа, так это же тот самый Бонни Флетчер, блядь. С Мэлштормом, Доминатором и Даггером, бля. За меня вчера скажу, у нас здесь... Блядь, ну что это такое? А ну, покажи. Вот, это Анима долбоёб тоже. Иду, Рекислов. Там центриков нет, правда? Надо, чтоб Рики в соло затащил. Рики. Блять, ну ты отец. Хорош. Отец, нахуй. А это за лупу, блять. Ребята, я надеюсь, вы мне репорт после игры не кинете за такую игру. Не знаю, брат, ты обещал подписаться, нахуй. Ну я подпишусь. Стань отходить, блядь. Бля, ну ты чё? Ну, братан, я не опытный пушер. Ты как такой кум пропал? Ёбаный рот. Понимаешь? Я же не играю на него. Нах ты кум промазал. Ну, прости. Это, кстати, тоже вот этот типичный почти манта. С фаст-монтой. Никогда так не собираю. Это хорошо. Фаст-монту. Так, Воник... Это, наоборот, хорошо, так, фаст-монта. Воник делает у нас что? Удлинитель. Так. Если ей правильно пользоваться. Чё, фармить нею? Да. Монтой фармить. Хуйня. БФ собираешь, что фармишь как ебанутый. Не-не-не, БФ зато тебе ничего не дает, а тебе монта статы дает, во-первых, во-вторых, иллюзии. Короче, БФ фигня в 2018-м. Пока они не сделают, чтобы у БФ была ренжа больше, его никто не будет собирать. Только на... Сука! Ты выросли. Да, сука! Ты выросли. Да, сука! Ну типа, если ты командно играешь, можно на алхимика БФ купить. Блять, как же он заебал, а? Попадай, хукум, чё стоишь, ёбаный. Так ему сложно через всех хуков, блять, крипов пройти. Не было никого. Пацан, попади хуком. Он. Бля, не обманывай. У нас просто, блядь, я не знаю. Алло, где все крипы, блядь? Хе-хе, пизда.
Я не знаю, как вы так играете, блять, очень хуёво, честно. Рики, давай только не ЧСВ-ш, окей? ЧСВ-ш, блять, ты пошел в мид, сосал мид в ноль, блять, просто в ноль. Брат, я же не один на один против стоял. Ко мне приходил Кримстрок, убивал меня. Да какая вот разница, дружище, блядь. К тебе тоже приходил Пуч с Леонами, что? Ну, убили инвокера. Я ничего объясняю. Да, лучше не пытайся. Потому что ты будешь неправ в данной ситуации. Если даже его не убьет, блядь. А этого кера убьем? Нет Блэк Холла. Слушай, Боник, разве дезолятор не намного больше дает, чем молния? Центрик сниму. У меня есть девчонки. И у нее есть. Да блять! Да заебали, я даже туда пройти не могу. Как сзади убьем. Нет, Тима, просто нет. Вы не можете в пятером играть, блять, особенно наши коры. Один Бион бегает, что-то там пытается с пуджом, блять, шо мидер, шо клинкс вообще, блять, ноль. Дурак, блядь, ему сказали, что секунд 30 назад отходи, блядь. Что ты там забыл, блядь? Неужели ты? Пожалуйста, тупой? Не открывай свой рот, иначе я сейчас буду агриться на тебя. В смысле агриться? Тебе не правда? Я умнее в тысячу раз, чем ты, понимаешь? Я просто в тысячу раз умнее, чем ты. Ты не знаешь, кто я такой вообще в жизни. Нахуя ты меня называешь? Ну я же тебе сказал, что ты на тебя. Потому что тысяча.
Тебе сказали, что зачем ты меня называешь тупым? То есть если я не ушел, это значит я тупой? Ну конечно, тебе сказали, что к тебе идут, ты должен был уйти. А я должен слушаться кого-то, что ли? Я понял, вот тут дохнул. Ладно, я замочу и Пуджа, и Рики. У тебя 2000 рейтинга максимум, чел. Сразу держи. Теперь это очевидные вещи, блядь. Люди, которые намного больше разбираются в этой игре, чем ты, блядь. Слышь, а это он тренер тоже до 5к ММР? Он идиот какой-то, блядь, я не знаю. Нахуй он вообще этого визажа выстрел, блядь. Он даже птицы не имеет контроля, блядь. Зато 6к рейтинга, да, расскажет. Группов 0, но зато 6 крейдинг. Шесть рейтинга, блядь, 1800 матчей, 900 побед. Круто, блядь, 0% минрейт на карте. Он там Сендрик стоит. Я его собью, забей. Я даггер хочу купить. Почему так никак не понимаю? Ты Сендрик сбил там, да? Нет. Лакс. Бля, Рики, сейчас случайно гейм удастся, да пиздец. Давайте в миду их убьем. Они там в пятером, мы не убьем. Визаж, ебать, хорош, брат, импактуешь, так сказать. Вообще ничего не сделал, да? Да, какая разница, 6 КПТС, они, блядь, да, нахуй. Это вам не шутки, вы, блядь, не думаете, просто нахуй. Моралью задать, блядь, вы чё, парни, блядь. Я таких цифр даже не знаю, блядь. Мы-то мы в жизни-то его не знаем, блядь. Ёбаный урод. Нахуя судить, даже в жизни его не знаем. Как он умер, блядь? Блять, ну, у Леона, нас? Блядь, даже 17 левел, блядь, или 16. У него еще на стриме, короче, название стрима, блядь, типа 6 Касмур. Да у него там написано тренер до 5к ММР. В описании зайди, лень. Бля, я зайду на самом деле, я бы заказал. Я просто не знаю, как может так проебывать. Интересно, чему он тренирует, так сказать, людей? Не, ну, смотри, он же выигрывает игру. Ну да, выигрывает, бля. Только что-то ссылку на меня он не указал под стримом. И на вас.
так бы написал 6к, там, не знаю, бизнесмен, блядь. Продаю, блядь, вот тренировки со скилловыми игроками. А сам посредник, или как там это называется, блядь. Ну, короче, хуйло я. Кушать надо. Так бы и сказал. Рики, а ты тоже 5к тренер? Или чё? Не, я вот тренер Рамзеса. А, всё, понял, вопрос не имею. О, срить, парни. Срить. Почти фишку совершенно забыл. Блять, там вообще похуй не было. Чем ты тратишь ульту? Ты гонишь, что ли? Да, я гоним, блять. Блять, КД, смотри на него. Я его гоним, бля, ему похуй. Он может хоть в пачке ультовать. Я могу крипов фармить, не поебать. Да, блять. А, я понял. Опа. Все, нахуй, ульт готов. Сколько там КД? Секунд 20, наверное? Ну, 20 секунд КД. Ой, ты тут снимаешь, братан. Аккуратнее, Акс, загреб тебя, сучка. Инвокер сюда придет. Виза 17 уровень. 5к тренер, блядь. Сейчас 20-й будет. Блять, почему, ребята, где вы? Не мне бы. Бейте дать снова. Фарту не бы, я взял геймпад. Ты витамин, все что есть, мои коллеги. Я гекатка. Все, спушите, спушите. Гекатка? Да. Гекатка. Бля, ману не хватает, пиздец. Так, может, мид скушим? Иди, этот, кинь на базу гем. Ну ты придешь ко мне, я дам тебе. Хорошо. Тебе пушить надо, Клинкс. Да там тоже какой-то, не знаю, симка тренер. Тренер Нави, блядь. Ну, оно и ясно. Вот, вы поняли, почему он тренер 5к? Смотрите, он соло Рошана убивает. Ебать ты жесткий, ты чё, посмотрел, блядь, этого нахуй? Шиспа, блядь, гайд, шиспа как Рошана убивает птицами. И сколько стоит ты меня этому научил, визор? Соло нахуй джангера. Сосави. Да, сосави, бы. Пуч, дай гем. А, ебать, ну братан, я там отвлекся, блядь. Донаты летят, не прекращаются. Вы видели, как я ебанул его? Да, красиво. Пойдем даун, это шок. Кинул первый скилл, нормально. Папа, как так звучит? Кому ты пиздишь? Да, я пиздопол думал. Ну это я так, блядь, сказал, что типа, блядь, там, это натеры мои любчики, блядь. О! Хуя! Я был колешь! Нормально, кто ему так блоков сбил? Он сам его сейчас. Он сам себе его сбил. Чтоб знали, с кем дело имеет. Ахахахахаха. Да.
бля, Акс бесит. Бля, у визажа 20-го еще нету, чё? Визаж, брат, у меня тут 23-й на роумищем пудже, ты как там, блядь, братан? Обучение, небось, делаешь? По сосанию хуёв. Тоже, Клинкс АФК стоит, минус 5, Клинкс АФК стоит на базе. Пусть стоит, бля, его ждём, нахуй. О, всё, не ждём, парни, не ждём. Пошёл он нахуй. Через сколько там, через сколько Рошан умрет? Да, скоро там это, блядь, что-то уж и спаун его за 10 минут забирал. Ой, ну то есть за 5. А ты что-то 2 года меньше. Я вижу Рошана. Рики, иди быстрее, Рошан. Можешь нахуй этого клинца? Надо дождаться. Да мы не выиграем без него. Он хотя кто-то пушил, да, но что? Висаж 0, блять, что? Этот Клинкс 0. Я вот прибыл, звука нам не было. Рики, ты забираешь быстрее только? Я жду, не бей, не бей, не бей. Нас пушить. Кто-то может Клинксом поуправлять? Пойдем пушить. Я за Клинкса забыл. Бьем всех и пойдем. Не, ну я с таким закупом ни разу не играл, так что не знаю. За меня вчера вообще был чел, который собрал против, блядь, Шторма, Гримстрока, Инвокера, блядь, еще кого-то героя, который просто съебывается, блядь, за Клинкса. Он собрал Даггер Дезолятор, блядь. А потом, когда он начал собирать хекс хуйни за 850 рублей с кольца, блядь, на монореген, нам трон вынесли. И там уже, блядь, 6 Линкен сфер, нахуй. А чё на этом рейтинге так хуёво играют? Не знаю. Я вообще по панчику играю. Поуправляйте кто-нибудь этим. Нахуй ты это исполняешь? Что ты делаешь? Нахуй. А ведь вначале ты не надо было. Мимо дал, блядь, это пиздец. Опа, опа, будем буль... А, нет, ай, блядь. Я припадаю, стой. Говорю, Клинкса возьмите кто-нибудь, вы да чё? Да он уже шёл, за... блядь, ну заебал. Пошёл он нахуй, короче, блядь, нахуя, мы и так закончили. Ладно, я поуправляю ним, я поуправляю ним. Ты полезен, блядь, раз. Давайте, пушьте, пушьте, быстрее. Ёпта, что не сник. У меня маны нету. Давай я им поуправляю, Леон. Управляй. Вот это сборка, гайс! Теперь спушить надо. Пиздец, вот это сборка надо. Нахуй, первый раз такой вижу. Съешь, крипа. Съешь, там, крипа, я знаю, пушу. Блядь, я на этом гонике играю, блядь, с рождения, блядь, о чём ты? Чёски смотрит. Так, ну не управляйте боником, блядь, ты дебил на визаже. А давайте в трон, хули. Ой, ёбаная. Прикор там. Начал, ну, я ему не засчитал. Парни, визажу репорт и клиенту репорт. Подпишитесь, кому не сложно. Да. Сука, еблан какой-то. Лайк Вики и Леон.
парни, Рихи лайк, Леон лайк. Просто, блядь, выиграли игру. Не стоит радоваться победе, у меня каждый день начинается победа, блядь. Надо этому дебилу рекорд дать, раз есть. Сейчас приду. Лан, я хавать, если что, пиши. Давай, Димон. В паб ж пойдем. МП пойдем. Мне тут надо... А, поделать, блядь. Паз мой карман. Фотографии в руках. Так, парни, сейчас приду. 2 минуты. Дядя стример здесь. Я же сказал, что обнову спалил. Мал, панчтрис, панчтрис, панчтрис. Ну да, да, я так и знал. Рейтинг по ролям добавили. Я теперь собираю на стриме на Dota Plus. Но я синху еще я не соберу на Dota Plus. Но типа... Я потом его куплю. Но не сейчас. Идешь скуп? Да, давай звони. Алло. Здорово. Настя такая шапнову спалил. Рафлан и Бала. Так что там в Dota Plus добавили эту паролям? Да, там добавили паролям в Dota Plus. Красавчик. И еще типы добавили. Ну вот. Значит, не зря я купил Dota Plus. Хорош. Ну-ка, сейчас угадаю. Вот я сейчас зайду вот туда, и там будут вот эти ебаные смайлики. Шейкером. Вот я уверен. Я не знаю. Я там ничего такого не увидел. Блядь, завтра на Ленинский ехать. В гости ко мне? Нет. В 12:30. Мне надо с челиком будет встретиться. А чё за челик? Да, блядь, старый мех продать. Его нахуй, мне он не нужен. А
И задонатить мне на Dota Plus? Нет. Жижусь, пойду куплю. А, так ты паришь вейпер? Я не вейпер. Я просто... Ты гандон. Ну тут плюс. А как теперь искать? А, о, ролевой рейтинг. Ну ебать, красавчики, хули сказать. Раньше вот так. Чат вол, я ж сказал чат вол, блять, они добавят. Это вот то, что я спалил. А-а-а! Теперь, короче, вот эти всякие сверчки, крушение, дуделка можно за вот эти осколки покупать. Круто. В атаку, Блакса. А, ну все, у меня чел руинит. Короче, ливну. Бля, где все хорошие? Типа, локат мототак, я бы даже 20-ку осколков отдал за локат мототак. Я бы за нормален отдал, блядь, не знаю, хату. Ну, нормален тоже, да. А здесь, блядь, только самая пиздата это... Так ща, короче, если мне руинить. Это хуйня. Ну-ка, наследие добавили что-нибудь? Хуй там, эксклюзивы, хуй там. Ну, хотя бы спасибо за роли. Так, если теперь сейчас может... у меня чел руинит, я сейчас пойду отдам ФБ Ливну. Пойдем в пати. В пати? Блять, только роли добавили, я обязан. Да ну нахуя, ну блять, ну почему нельзя в пати поиграть, блять, по ролям, ты можешь когда угодно поиграть. Хотя все равно завтра в школу не пойду. Нахуй надо. А чё ты не пойдёшь? У меня родители уехали. Смысл мне в субботу идти, блядь, на эти лективы, ну, да, бесполезно. Я тоже не хожу. Тем более 4 урока, блядь, 4 физра, я чё, ебанутый нахуй на физру ходить. Я на физру вообще не хожу. С рождения. Я только, блядь, в стул начал вырастать. Формы под стул подбирать, блядь. Я брос, нахуй, в свой игровой стул, блядь. Так. Что это такое? 10 тысяч голды. А, это там надо... Блять, ну нахуя вы эту хуйню начинаете делать? Ну, ребята... Блять, парни, добавьте локат надо только. Это мне надо сейчас... Получается. Тинь, ты идешь мид или я тогда пойду? Ты будешь за штормом бегать? Скажи, не, на самом деле, я сразу мид пойду. Они хорошо, что добавили этот ролевой рейтинг Dota Plus. Они хоть чем-то полезным Dota Plus сделали. Нет, что это значит нет? Будет шторму руинить игру, блядь. Так я и спрашиваю, будет шторму руинить, так я тогда в мид пойду. Иди в мид. Пойду в мид. Можете кто-то может ливнуть? А, уже ж, блядь, игра начал. Быть больно. Инвокер, пощади, гандон. Ладно, пока ты там играешь, я пойду вату поменяю, сейчас приду. Я чувствую, игра быстрая будет.
Сейчас там обоих, блядь, за ФК кикнет, блядь. Сука. Просто играйте, это же сри игра нахуй. Сри? Прям сри игра? Смешно, ебать. Так ты больше в Рейскинга на ФП бери, в принципе, неплохой герой. Уже игр 60 беру, ну. 70% винрейт. Ну. Хорош. А с кем ты разговариваешь? Все нормально, я закупился, парень. Яточку. Вот это поможем тебе? Ну и нахуй ты в мид пришел? Что ты делаешь? Чё вообще мид должен на пуже стоять, блядь? Что за говно? Как же интересно, в скобочках нет. Бать, ты потный. Кто там по миду? Я на пудже что-то мид должен стоять, ну, типа, против инвокера. Блять. Нужно быть к такому подготовленным. Блять.
Меня жизнь к такому не готовила. Готовила, да? Всякие дурачки. Что случилось? Как он? Я не знаю, что у него случилось, ну, у него как он в... Блядь, ну что за говно? Дед дома его сдали, в детстве его дома бежали. Интересно, в скобочках нихуя. Шейкер на фрифарме. Все пришли. У него не хватит маны на имок. Жаль, что инвок без маны. Жаль. Я имею в виду инвиз, блять. Умник. Как бы я тебе хотел бы лучше в реальной жизни так мечом по ебальнику дать. Посмотри, какой охуезный этот, блядь, картинка, нахуй. Посмотри, прямо как будто тебя собираюсь. Смотри, сейчас по заднице, блядь, тебе дам. Ну, стой в миде, я пошел гангать. Спасибо, что разрешаешь. Какая разница, мы проебали. Блять, это можем до сих пор выиграть вообще везде. Да, против ПЛ, но в рескинге. Похуй на этого ПЛ. Ну сейчас он. Не герой этот раз. На 11 будет, блять, с диффузами. Убьем? Давай, давай убьем его. Дождал бы шестого, убили бы. Ну, сори, пинчику. Рядом с тобой.
на руны падаем. Вообще он не хукнулся, аж ровно в него попал. Ну и бред, блять. ВК, выйдешь, да, стан убьем? Дай стан ему. У меня нету этих ульты. Сними я. Блять, как он заебал? Пикер сахасонул. Надо тебя тоже замутить, такой же олигофрен. Блять, они тоже хуйней на карте страдают. Нам дают уже по 500 голды нахуй за Феникса, по 400. Ты до сих пор аквилу, блять, собрать не можешь, ты в Рискинга. Она, во-первых, нахуй не нужна, но ты ее собираешь и до сих пор даже собрать не можешь. Я бы свой рот открыла, чувак. Это, ну, так а нахуй ты в эту игру играешь? Ты не убьемся как-нибудь хукну его? В какой-нибудь параллельной вселенной, блядь. Естественно, ты не можешь схавать. Ну, блядь, я не умею PUBG играть. Почти попал. Все, блядь. Тихо, что пукаешь, блядь? Где твоя квила? А хоть стики взяешь? На всякий случай, хотел бы меня выйти. Да, блядь! Вот если ты не знал стики, ты сейчас бы выжил. Катись нахуй. В принципе, нахуй играть. Не страшно. Блять, что это за цирк уродов нахуй? Ну тут какой-то цирк уродов, блядь. Чувак на Пангальере, но я не виноват, я могу выиграть эту игру. Но мне мид не дали, я чуваку отдал мид, он его не пошел. Он начал стоять и мне лес руин. Я бы сейчас выфармил, я бы выебал. Дал чуваку мид с кубочках шторма. Блядь, закройте рот свой, мы до сих пор можем это выиграть, блядь. Просто играйте и хватит, блядь, фэймить друг друга. Все, что вы делаете, это вы просто флеймите. Ко-ко-ко-ко-ко, блять, как тёлки ебаные. Как я заебался это слушать. Ты свой голос слышал, блять?
выпустится из игры игру. Такую же хуйню исполняют, блять. Не смотрите на этот счет. 7.20, и что, блять, похуй. Так, делаем ставки. Через сколько минут он скажет, что мы проебали. Хукец, блять. Вот это делает на мид. Блять, я, конечно, на хукецах насадился. Бегу на мид, я далеко. Че, что-то изменилось? По-моему, нихуя не изменилось. Как с вами? Еще дальше, блять. Вообще нихуя не изменилось. Наши эти дела. Эти хуейки, блять, это уже камбэк, блять. Да, я верю, верю. Сосредоточьтесь, блять, на игре, а не на пиздеже, блять. Вес. Пожалуйста. Только твой пиздеж вот этот воодушевляющий. Так, пожалуйста, можешь вас схавать в этот раз? Да, блять, я схаваю, он не подходит здесь, ладно. Здорово, Димон. Ты уверен? Это противно слушать. Если бы там были варды, он бы байкал. Опа, опа. А что я сейчас увидел? Не знаю. Блядская реклама. Сдохнем нахуй. Ок. Днай. Почти. Я вообще варды покупаю, вообще саппорт увидел? Нахуй, заебали. Тебе долго еще? Не знаю, я могу в любой момент ливнуть. Но пока у нас еще есть шансы, наверное. Ну я еще одну. Это хуже, чем лесной шторм, блядь. Ну, бывает. Кстати, сейчас по идее с Dota Plus он должен быстрее искать ролевой. Чего? Сейчас по идее с Dota Plus он должен быстрее ролевой искать. Не знаю, мне пох. Я на него еще бабок не насобирал, понимаешь? Опять на Пиджере. Да, опять на Пиджере. Там правда Белл, ты хартал. Похуй на Пиджере, переживем. Как вообще попасть? Хуком, блять, на пудже. Переживем как-нибудь. Хук! Можно. На пудже, блять. Что у меня у панголера, блять? Он молнии, да еба. С Илюхой? А, с Илюхой в скайпе сидим, брат. Чилим, так сказать. Илюхе тоже завтра в интернат не надо. Ничего не надо, он не пойдет. Да на ПЛ всем толпой выскочим. Мы найдем этот интернат. Бля, у меня в рейскинг единственный кэрри, он делает барабаны. 18-й, блять! Че с аквилой? Ебать мой хуй. А что меня не позвали пидоры? Ну он хорош. Я в соло играю. Я в скайпе с Ильей сижу. Кстати, вот ты сейчас не слышишь, как я затягиваюсь? Ну, громко слышишь? Громко. О! Хуя! Комбо! Понял. Понял, принял. Иди сюда. Шанс выиграть просто нет. Шанс выиграть просто нет. Меня просто долбоёбно. Шикер просто долбоёб. Ебаный щука долбоёбно. Шикер, блядь. У меня, короче, чел, блядь, на панголере все сразу собирает, блядь. Просто все артефакты, которые на него надо собирать, он их почти... Он купил себе Void Stone, Energy Booster. И Дживелин. Я так раньше вот эти закупал. Ты все сразу закупаешь, да? Все предметы по одному, да? Я вообще ни одним хуком за игру не попал. Мне похуй вообще. Ебал, что мне заняться играть это еще. Вот весело, наверное, блядь. Еще играть вот охуенно. Ебать ты на шейкере, мистер Тайминг. Ёбаный скелет. А, ну хибашим. Нахуй я их стастанул. Фишку можно забрать. Пайл даун, блять, на самом деле. Да мы знаем, как... но ты тоже не лучше. Тупо ебать бурбаны. Нахуй играть 1.9 и открывать свое ебало немытое. Немытое, блядь.
Писи микрофон сначала нормально, потом открывай ебло, окей? Да я понял, ты там на 15 тысяч рублей в месяц живешь, блядь, в своем селе, блядь, понимаю. 15 тысяч гривен? Да я не знаю, что у тебя гривны, блядь, рублей. Гривны, мне похуй. Но если гривны, то с собой даже, в принципе, общаться не нечем. Хохлы, как известно, не люди. Я бегаю по хате. О, я за 3 минуты ролевой нашел на центр. Ну да, быстрее. Мне осталось только бабки насобирать на него. Омлет, блять, по фениксам под бестовал, мне интересно. Да, да, да. Это чудовище просто. Давай ебать, там никого нет. Давай ебать, я не против. О, вон, давай. Нету яйца. Ч, да, реально нет есть. Яйца? Так его не было. У тебя может быть нету. Тебе в жизни нет. Ебать, там КД. Откуда они нас? Откуда они нас видели, интересно, что не понял. КД порезали. Так пусть спалился, блять, Бэйн пошел пикать. А, ну понятно. Ну тогда все ясно, чудовище ебаное. Просто пошел пикать, блять, и Бэйн потом пошел, они не знали про тебя. Да, парни, я бы сам себе репорт кинул, если бы мог, но не могу. Тебя не спасет. Не, ты просто... Репорт. Знаешь, что можешь сделать? Удалить доту. Не, ну зачем так жестко? Нет, еще не жестко. Это ебурит, оно... Самое жесткое это убить себя и свою мать. Это самое жесткое. Доту еще удалить не жестко. Страйком попал. Это инвокер бог. Так, блять, в рейскинг барабаны, блять, блейдмейл, аквила, ПТ. О, дауны. О, дауны. Да, да. Да, Димон. Це дауны. Цепочка, а це бочка. Ха-ха-ха! А, блядь! А! Хуя? Ух, ебать, да ты в ударе. Не знаю, блядь, мне скучно. Там ПЛ уже травку собирает. Вообще ничем попасть, я ни муком, блядь, не могу. Залупа, блядь, а не игра. Делай такое. Посура Тараска. Ух, блять, на эту Тараску, парни. Еще его ПЛ в соло вынесет дома. Он один хуй с ними не дерется, нахуй он нужен. У него нет манты же, да? А, у него аватар. Я бы панику поднимаете. На самом деле мы его реально можем изи убивать, я просто могу с даггером, еще он будет инициировать, все, мы уеб. Так инициируй. С даггера-то я точно хуком не промахнусь, наверное. Нет, ну это не точно. Ну вот, вот и все. Вот и все, нахуй. И все, блять. Ты его упор иногда не попадаешь. Блять, так я не умею на нем играть, чего вы доебались, боже. Как будто вы умеете на всех героях играть. Что, блядь? Кошки закину. А он там с юлами. Они у него уже 6, наверное, 7. Надо даггер дофармить.
Варт поставил сюда. Ровно. В самом деле, шторм плюс один герой, типа, могут убивать этого ПЛа. Там уже орчит. Блять. Жаль, что у нас на тени уёбище играет. Так бы я бы вам выиграл. Ну, ничего, тут не поспорю. Тут, блядь, не знаю. Двое на топе, два героя на топе. Ага, то спасибо за инфу. Хуй его знает, с кем ты разговариваешь, но за инфу спасибо. Так, 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 лотар, лотар. Покадивают вам. Стоящий. Я делаю тоже там такая. Надо кого-то вылавливать. Варты пужат, да? Идите, блять, ему. Ой, блядь. Выиграет игрок, конечно. Я зарезали. Парни, парни, хаву, 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 залупаю там, блядь. Блядь, какие они красные. Какие вы ебанутые создания, блядь, на 4К ММР. Один даст и грубый. Да закрой рот свой, чувак. Побоё просто 100 хп шадо блейд нажал, блядь, и отхилился на Тараске. Блядь, как мне стыдно с вами играть. Я смотрю на этого тени, блядь, и не понимаю, зачем этот дурак зашел в эту игру. Зачем, блядь? Шел бы нахуй спиздил что-нибудь или убил, нахуй сел бы в тюрьму полезнее было, блядь. 5 лет отсидел бы лучше. Мы их почти разъебали. Блядь, смотрю на это, ой, блядь, даже нахуй, я в ахуе, просто в ахуе, в ебаном ахуе. Слушай, чел, Пангалерия, а ты еще сколько лет будешь играть на 3000 рейтинга? Айтем полезно на команду, любую ауру, блядь. Это финиш, блядь, это просто ебанешься с вами. Ага, я взял тебе ауру. Очень интересно. Ужас какой-то. Выиграй эту игру, чекай. Блядь, лететь можешь? Зря усидится вечность на этом рейтинге, просто не зря. Поставьте варты, пожалуйста. Просто достойно. Говорит чел, который играет, блядь, по КД. Больше вам приниматься нельзя, блядь. Ставьте варды. Стыдно, блядь, с вами играть, просто в одной команде находиться, стыдно. Бежит. Вечность будете на этом рейтинге стыд играть. Позор, блядь. Просто стыд нахуй. Чел всю игру пиздит, типа, бля, да похуй на этого ПЛа, бля. Парни, мы ну, еще понятно. Выиграем. У нас ПЛ соло выносит всех, блядь, с Тараской. Там Бэйн как бы, блядь. Там все жиры. Нормально, они бэкдор бьют. Мы же сейчас все появимся. Бэйна убить, блядь. Скорее всего на Рошана пойдут. Угу. Так, аналитика, аналитика. Ага. Блять, правду сказал, блять. Давайте подеремся на Рошане, не без Феникса. Феникс ТП проебал. Можем подраться, да. Только он в Пангольер туда не заедет.
пятый, да, у него дупли гангер. Да. Баланс. Найс. Баланс. Не, ну он 25 левел уже. Не, уже невозможно. Мы его даже за контроль не убиваем. Ладно, ГГ. Как ты его убьешь, у тебя никого нихуя нет. Ну что там на ФП? ВК, что там? Как игра? Нормально? А нахуя ты что-то говоришь, чувак? Ну ты к себе. Не, мне просто интересно. Сразу, мне даже смешно. Ты просто пикаешь на ФП? Мне смешно с того, что ты а против тебя на ФП и потом спрашиваешь, как у кого дела. Я стоял... Я не руйни игру, мне уже заруинили. Фикс шейкер. Давай ты постоишь на ВК, феник шейкер. Какая разница, какого я героя возьму? Любого героя. ВК охуенно. Я не тебе руиню. Интересно, что ты мой сказал, блядь, посмотри. Если тебе так интересно. Я бы взял керри и было все нормально. Я брал ВК на ФП. Все игры, блядь, из игры на игру. И все проиграл. Ты проиграл то, что ты, блядь, руинил в шторму, блядь, катку. То, что взял на ФП. Это он мне заруинил катку. Да, но да. Ты проиграл то, что ты, блядь, руинил в шторму, блядь, катку. То, что я взял это на Леорик. Катку. Кусок дебила тупого. Тебе надо перевязать и твоим родителям нахуй перевязать матку, блядь. Потому что это пиздец такого. Блять, я лазер в 3 взял. Это, блядь, постараться на. Я в ахуе, бля, в ебаном, что меня закинуло к такому долбоебу, блядь, вполне же. Это просто пиздец, какой-то трэш, блядь. Ужас, блядь, ужас. Это просто ужас, блядь. С тобой даже не стыдно играть, с тобой, блядь, и играть нельзя, нахуй, в эту игру. Ты больной долбоеб, нахуй. Тебе надо, блядь, перешить, нахуй, возможности, блядь, плодиться. Просто ебучая, блядь, бестолочь без мозгов. Я в ахуе, я такого долбоёба давно не встречал. Это ужас. Просто ужас. Я применю, блядь, все свои, нахуй, возможности, чтобы забанить этот аккаунт, ёбаный. Ты, блядь, просто долбоёб. Полнейший риск. Какие возможности, блядь? Забань меня по-братски. Кучи мусор на тени, ладно, пацаны. Забань меня, пангольер. У меня пангольер угрожает забанить аккаунт Тини. В бан улетает Тини, все. Блять, руны тупо нету. Бля, пангольер, не бань, плиз. Пощади. Бля, Лео, мне походу бан прилетит. Это печально. Пангольер пообещал, что он применит все свои связи и возможности, чтобы забанить меня. Блять, сколько у тебя урона с этим фаржом, пидорас? Твоя мама фаржа, блять. Ты на ком? На этом, блять, как? Все, тинкер. Last boys count. Здорово. Подпишись. Подпишись, и мама будет жить вечно. Возможно. Возможно, не точно. Сразу говорю, инфа не проверенная. Медикаментами в аптеку к тете Оле. Оля есть рецепты. Оля меня знает, она меня уважает. Аптека, 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 антивитамин есть в моей крови. Блять, просто против инвокера не подынаете. Блять, пуджа взял, ну пидорас! Слот керри свободен. Пойди, блять, на керри.
чем твоя проблема? Опа, парни, а давайте порешаем вопрос, что кто-то пойдет фармить, а кто-то пойдет на мид. Блять. Ага, руна опять нанесу. Так, конечно, блять, ему везет. А я в дерьме. Алтивитамин. Есть в моей крови. Алтивитамин. Бля, кого взять нахуй, чтобы ману выжигать? О, бойцам. Салти, халти, витамин, все, что есть, мы играем. Может, я не знаю, знаете ли вы, но у вас это деньги забирают, в курсе? О, антимах. Решу подруги. Просто ко мне вивер прибежал на 6 уровне. Как это понимать? Я очень хотел поиграть на Пудже. Ну чел с ником Рот, а Ту Дивайн его спиздил. Как на лесной урсе играть, кстати? Ну, клэп не качаешь, да и все. Блять, опять я не могу найти, где это урса, блять. Ой, я ебал против этого инвокера стоять, у него вообще сколько урона у тебя, долбоёб. А чё покупают на лесной урсе? В итоге ты пикнул лесника? Ну а чё? А на ком, это, блять? На ком роме? Только зачем ты говоришь мне что? По пику знает, что позаходит лесник. У них там два хардкерри. Как раз лесник зашел. Ну да, я тоже так считаю. Хорош. Так, а что там на первом? Пассивку, да? Да. Потом фаст-маску, да, как я понимаю? Да. Потом фазики, и я, наверное, сделаю либо лотар, либо даггер. Я хочу как стрей поиграть, понял? Чё ты пристал к леснику? Это же тоже роль. Нет такой роли. Ну можешь не просить. Ой, выблядок на инвокере. Надеюсь, твоя мама с спидов сдохнет. Курицу переманишь, ее не будет, понял? Ее не будет.
Да, ты там. Ну Мипа, ну не реюзы, блять, я не хочу, чтобы он слил курицу. Блять, Шелик, ты купил топорик в курице и несешь. Не должно тебе ебать, что я купил и когда. Я... Да, я полностью согласен, блять, с ним. Должно ебать, ты купил топорик, купи в лавке его, рядом с тобой стоит она. А мидер несет себе фласку. А я считаю, что он полностью прав. Я уже чувствую, как у меня кровь приливает к ногам на лесной урсе. Да, сука, лесная урса. Пойди они там триплой душат. У них, блядь, 5 кэри. А у меня кто? Тунтуру-тунтуру-тунтуру, Мипо. Походу это придется в сало Саймон тащить, надеюсь он адекватный. Если нет, то пошел он нахуй за лупа, блядь. Чего я два больших крипа убил, мне второй левел не дали? Ну нечестно, блядь. О. Кино. Порно-студия Димона, вот мой дом. Ты, кстати, знал, что у Димона порно-студия своя? Угу. Называется Diamond Taxi. Он там в машине отчима, короче, тёлок снимает. Ну вот. Да? Да ладно. Не за что. Я только этот лес фармлю, фарми этот. Я чё, даун руинит по моему? Хочешь, я не буду тут фармить, можешь тут фармить, мне чё жалко. Тебе прям весь лес нужен или что, я понять не могу? Или вот этого и вот этого хватит? Все, братан, фармишь нормально. Я тебе и так. Я игру нахуй будешь выигрывать. Мне ничего не мешает заруинить, нахуй все сломать. Ты будешь мне игру выиграть. Дебил. Че у ебу, который нахуй 24 на 7 забирает куру, блять, нахуй. Я его просто врезь все нахуй предмет. Я беру их, блять, на базе, когда от играю. Моя, блять, мега команда. Идиот, это, блядь, Мипа вперед, нахуй ноет. Там идут баф и посмотри, кто из нас юзал. Ты 4 на 7, кура ходит. Посмотри, сука, юзас, блядь. Что видишь, нахуй, мейн аккаунт мой, блядь. Ну, конечно, хватит, нахуй зайти. Мейн аккаунт, очень интересно, конечно.
скобочках всем поебать. Иди на шайн. Нахуй долбой покупает, блять, топорик, блять, курьером. Что за урод, блять? Ты идешь на этом, блять, на бесмастере на шайн? Подождешь? Да, я в кап стою. О, курица свободна. Че, парни, я, блять, масочку заберу, все, блять. Брат, у тебя три героя, если я уйду, они тебя выебут. И ты будешь писать в чате пылесос и суппорты. Чтобы у тебя герой со станом, мы уже давно это все закончили. У тебя чел попросил, ну можешь типа пойти помочь без мастера, не знаю. Типа, ну... Ой, блядь, в скрытом пуле играю. Отдыхаю, блядь, так сказать, в скрытом. Я тут уже постоянный клиент, нахуй. Бля, еще и бесмастер с аквилой. Блядь, нахуй они себе аквилы покупают, дебилы. Пуш, проверяет вся команда вражеская здесь, нахуй. А, хули, ну... Никто не купит варцы, никто не купит. Да, Тима даунов. Говори. Ты какой-то слишком требовательный. Ну сложно ж. Лес тебе оставить, вард купить. Вот сделать. Раз вот так не сложно сделать, нахуй, вот так вот, блядь. Три варда в магазине. Ребята, я вас всех замучу, блядь, не вижу никакой пользы пока от вас. Да, хорошо. Держи в курсе. Варды у него в миду, я понял. И в тот лес, Урсань, надо трогать лес. Я не трогаю твой лес, я иду сюда, блять, там фармит бесмастер. Ты и так уже оставил все, что можно, блять. Бесит меня, пожалуйста. Плюс один на медузу и убьем. Аркунки задрот. Блядь, отъебись, тупой даун, инвокеры, блядь. Что ты пикаешь мне, животные ебаные? Вот ты шрайн не будешь юзать, антимаг? Книжка есть, парни. Блядь.
Бесмастер, можно я этот лес пофармлю, пожалуйста? Мне просто негде фармить. Лесной боксер. Че, Люк, там выигрываешь в рулевом? Ты что за? Что у меня, блядь, да вы, сука, хоть... О, один вард. Уже сюда идет, блядь. Заебал ты на своем мипа, блядь, дебил. Что хуй сос на войде ходит, всех убивает. Книжечку возьми на мипа правильно. Играешь на них, я тебе репорт конфискую. Мне похуй, ёбок, на тебя, еблан. Мне похуй, тебе похуй на меня было. Сок дерьма. Опа, вот окей, понял. Понимаешь? Ты бесполезен, ты... Да, да. Пять минут сосёшь, и ты в лесу. Всё, на твоя игра. Почему? Баное днище, блядь. Понял. Ты после этой игры сразу поиск нажми, блядь. Аж мне со скин. Пойти в мид, показать тебе, как выиграю эту мипа, блядь. Ага. Насосёшь в миде. Там стоял какой-то лоб. Тимак, всё нам нормально? Дели урса ничего не сделал. Бустер, что ли? Бустер, блядь, кнопки надо. Слышь, мипа, сколько на мейне? 5700. Хорош. А чё ты тут играешь? У тебя типа буст или это типа просто? Мы не просто... убьём, у него мало. План аккаунта 6 месяцев. Понятно. И, кстати, вот... Первый раз, типа, ну, вживую вижу человека, у которого, типа, ну, не вижу, типа, слышу, у которого, типа, аккаунт так забанил. На самом деле это жесткая комба, типа мипа по центру. У одного героя 100% вылезает роль, ну ска я знаю. Я нормально, что у меня из леса фаза маска даггер на 14. Плюс-минус. Это примерно в два раза больше, чем легионка из леса выфармливает. Да даже не примерно, а так и есть, лол. Саня, разъебем их, брат? У меня даггер есть. Кунку можно быстро ёбнуть прям.
Там инвиз у реген. Блять, хуёвый реген. Я ебу. Давай. Ну просто, блять, все в меня дает хуйло. Ах, у тебя ебу. Ну так я ж его забирал, ну так нечестно. Просто хуйло на инвокере все скиллы меня дают. Некста, Егу тебе дам. Тупо похуй, что моя вся команда выживает, но главное все у меня. Хуй лучше, блять. Аниса, что из глупов? Давай его. Лечу на низ, лечу на низ, брат. Ебашь ему. Дай ему рор. Найс. А вы что-то на Урса лесную пиздели. Жесткий же герой, на самом деле. Бля, может по КД или снова Урса брать, когда мне мит не дает? Ну, Стрэй вроде так и делает, но не только Урс. Бля, вообще по ней жестко по этой фантомке ебаный. Бесую, блядь, еще удар. Охуенно. С Баега зарешал вообще конкретно, чтобы минус сторона была. Серьезно? Ты гений на инвокере. Так это я, Илюх. Блять, они все в меня тратят, они просто все тратят. Эй, бал рэп, бал рэп, бал рэп. Блять, просто идет по метеору, твари ебливые. Бал, глобал, жми, да. Нормально, что мипа бэкдор пробивает. Да. Без ульта, блять, тупой дебил, он же жрал только что. Нахуй твой рот, короче, щенок, блядь. Там даггер аккуратно. Вон, ты видел. Ульта есть? У шейкера ульта, верно. Сало, прожми глобал. А, не, не жми нахуй, не надо, там пункт качает. Идет, идет, идет. По глобал надо, сало. Конку буду прыгать. У меня ульта сейчас будет в щепок. Успел ульту нажать. Их ничего, а.
пошли его нахуй. За минуту, блин. Прожми глобал, сало. Просто пацан стоит АФК. Короче, я веду за фул хп была, убила, короче, третьего некра, блядь, у моего бисмастера, и, короче, блядь, 100 хп осталось. А щит не включил, блядь. Илюх, тебя вызывают. Я вообще похуй. За него 200 голды дают, курс нет. Кирилло ID, здорово. Если не сложно, подпишись, пожалуйста. Ебать, кунка. Сука, что ты? Блядь, ты, блядь. Шейкер, аккуратно, блядь, он все ворвется пизда рулям. Просто это хуйсос на инвокере, блядь. Что ты? Просто шок, я не знаю, как против этого инвокера играть. Как будто, блядь, у него, блядь, квикасты на меня именно, блядь. На всех остальных он вообще нихуя попасть не может. Хуйло, блядь. Ну, я вот иду домой, короче. Выходила с Саней, с Крюшей погуляться немного. Вот, сейчас уже иду домой. Да идите вы нахуй, блядь! Проблемы со входом в Джой-казино? Мощный, мощный. Музыка. Короче, блядь, не парь, блин, канулся вообще. Не хочу на тебе ехать. Безумно просто, да, я такая. Блять, еще мисс, еще и баш не надо. Да дай баш, блять. Я опять в ветрах.
самый пиздатый ёжик на всей планете, это я. Ой, блядь, хуйло ебаное на инвокере, просто иди нахуй со своими кикастами, чмо ебаное. За одну секунду 7 скиллов выдает, блядь, что это такое? Просто идешь нахуй, чмо, блядь, со своими непортами удачу. Спасибо за игру, парни. О, нахуй они на... Залупались на урсов, блядь, в этот раз. А, так это бустерный нокер, ладно, забейте хуй. 554 матча, блядь, он нахуй не может. А у него уже целых 3000 рейтинга, ха-ха! Бустерный. Герой 4 так не дает, блядь. Не дает? Вообще никак? Откуда ты знаешь, Мэйбион всю жизнь играет, блядь. Да, 500 матчей. Сколько у него на инвокере, блядь, сыграно? Не знаю, матча 2. Вот именно, блядь. Не больше 100. Просто хуйло ебаное, блядь, я его реально зарепорчу. Еще на Steam репорт кину. Да, да, всё. Пидорас ебаный. Просто, либо это хуйло с квикастами, либо это какой-то бустер. Скорее всего, какие второе. Квикасты? 2017 год на инвокера, блядь. Нет квикастов, которые нормально скиллы дают на инвокере, ну... блядь. Это хуйня ебаная, блядь, квикаст. Ну да. Ну, посмотри видосы как-то. Блядь. Как же трафляда, сука. О, блядь. У меня девочка в классе, которая с орденом встречалась. Ну ты же знаешь ордена? Ну. Ну, короче, блядь, она звуки издает такие, типа, бля, когда хавает, как будто ежик. Играем в два саппорта. Я иду только на харду и саппорчу в харду. Саппорта на топ в изилайн, берите сами. Я хочу играть два саппорта каждую игру, я устал. С кем ты разговариваешь? Да, да, со всеми. Я не хочу быть красивым, я хочу быть богатым. Че еще расскажешь? Бля, не, это челик на инвокере, блядь, только меня ждет. Смотри. Просто тупо хуйло. Его еще кто-то слушает? Чему на реке рапорт получает мьют? Блядь, меня чел тупо хаски слушает, блядь, 2016 года. Это писал не я, короче, это, блядь, девушка моя писала, мы в «Правду или действие» играли, и... Фух, камень с плеч. Спроси у него, он опять, блядь, себе в сраку нахуй что-то запихал, блядь, когда в «Правду или действие» играл, блядь. Здорово, парни, кто с прошлой игры, блядь, рафляная игра, конечно. Два бустера за меня. Ну там прибавить не возможно. Кого тебе пикать, друг? Бля, он заебал этот, блядь, своей музыкой для даунов. Ленкуй, кого пикать, я пикаю. Бля, еще Флетчер в бане. Тупо Флетчер в бане. Тупо Флетчер в бане. За кого играть? Против Пуджа, Скаймага, блядь, и Некро. За кого играть? Хм. Так, трблать, блядь. Блять, тут 173 левел у чела. О, Зус. Зус!
Zeus, Zeus, I am a Zeus now. Ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, у меня морфлинг начал скилл нажимать. Дайте тангусы. Ща приду. Бань-бань. Походу я опять проебал. Че, Лех, ты там ебешь? Mm-hmm. Ролевой не работает, да, говорят? Ты сейчас опять в ролевом нашел быстро? Нет, та старая игра. А, так ты еще играешь? Да. С инвокером? Против инвокера. Че еще расскажешь? Тупо. Два предсказателя, ща мы им делаем победку. Предскажем, предскажем им сейчас сами. Подрасскажем что-нибудь. Да кроме Эрики Мару. Он петух. Он и забирай на реке. Рор здесь, саппорт хуй знает где. У них нет саппорта, очнись. Был мид, наверное. Вообще похуй, кто у них мид, петух или это говно, блядь. Оба закидывают против обоих, стики и фласки нужны. Я уже готов к ебле потной. Иди рейнджа встречай, слышишь чё? Если они там пропустят. Ба, Зус. Медовый Зус, медовый Зус. Ботте. А. Ты пришел на лайн, хард. Чем ты занимаешься на реке? Фармить крипов? Давай, я ухожу просто в лес. Так да, иди в лес. Я прошлую играл на урсе лесной, так охуенно. Это даун пикнул реки, если я уйду в лес, он по КД будет. Здорово взять, блядь, нихуя. Не. Короче, я в лес, все. Иди нахуй, дал. Даже не можешь, блядь, ебаный, блядь, кларити сбить, столько дебила тут. Блин, что-то голос знакомый этого чела, блядь. Это я этот голос уже слышал. Такими, блядь, игр. Давай, давай, я ему сейчас второй кидаю, до конца прям идем. О, я думал, у меня маны хватит.
сори. Куда в него этот-то лазер? Зевс шел лишь что. Блин, а хоть ТТД заюзал, пидор. В самом деле, Зевс. Не вы проебет. Я буду верхний шрайн пить на 5-й минуте. Вы как? За, против, воздержали? Сосад даун, бля, как же хорошо, что они там было, где ему надо. А че бы это габело, блядь. Хукать буду. Он только что хукнул, спасибо. Пил манго. Куда у тебя мана? Драться не буду. Ой, думал замансить смогу. Он съебался. А нет. Сейчас я 6-й левел получу, я нападу на него. А почему я наверху один-то стою? Объясните мне, почему, бля, мне не сказали, что у меня спектра вниз пошла, я бы вниз пошел со спектрой там. Не понимаю вот этого. Вроде командная игра, а чатом не пользуется никто. Давай, Руса, вместе стоять. Ты пуджа, если он тебя хукнет, развалишь сразу. Главное, не ссы, понял? Блядь, да... Ты такой тупой на Рике сейчас, а чё? Давай, давай, пуч, я замедляю пуч. Я тебя попросил, говорю, съебись нахуй с мида, я его сам буду убивать, блядь, мне 6-й левел нужен. Ты дебил, стоишь в миде, блядь, специально. Овощ. Без варианта. Приду туда, нет. У меня сапа, а нет, блядь, у меня ебаный стик. Ребят, аккуратно, пуч СС. Зевс сейчас может на какую-то линию прилететь, он с ультой. Аккуратнее. Мобайл кейс, блядь, ты ж 2-0. Пуч у меня. Ой, ты чё такой злой? Боёб. Мне. Я снова жечу.
Здорово, рот наоборот. Дарова работягам на 4 копейки. Угу. Дарова. На топ сейф какой-нибудь будет, ганг там от инвокера, санстрайк там от инвокера. Санстрайк там от инвокера, санстрайк там от инвокера. Закрой балса, ты припадочный дебил. Да ладно, успокойся, че ты там психуешь? Если я убить его не могу, нахуя мне давать санстрайк, вот скажи. Если я не убьюсь, там некоры хилит. Наверх. Я не про час говорю, а просто. Ты прокликивать можешь как-нибудь, нет? Так ладно, я не хочу с ним вообще общаться. Все, короче, наверх не надо суваться, там уже все лютые парни. Да мисс еще. Санстрайк наверх. Ебал, санстрайк. Сука, долбоеб, да Рики, какой нахуй может быть мидас? Сина, ты тупоголовая, блядь. Так. Сука. Набейте ему ебало. Блядь, скаймаг. Сейф ТП от скаймага, блядь, ну ш... Стики! Не убьет его. Подожди, пойдем. Не уходи. ЧП. На фрифарме, это. Да, ЧП. Именно ЧП. Зевс возвращается на мидлейн. Спектра, я отвод делаю. У него инвиз. Пока не будет, пяток снизу руны берет. Блэйк там фармит. Рики, если ты просто подойдешь, мы его вдвоем убьем. Только я не знаю, теперь дасты нужны какие-то. Что-то у меня картинка залагала на том мампите, где ты на усе в таверне. Хз. Ты лезешь, долбоёб, тупоголовый, блядь. Ты без сапога на Зевса. Давай, получи болт и сдохни, блядь. Блядь, припадушные, сука. Ну ты очень зря. Ну блять, просто бьешь. Шок, идите нахуй со своей игрой. Можно добивать, чтобы лайн, я зачем отвод делать? У тебя сейчас лайн только запустится люто. Никто с вишеном не ходит, ни саппорта, никого нахуй нет. Просто, блять, скай и хуйта просто бегает, блять. Аню, смысла нет. У меня есть ульта, короче. Рики, приходи, попробуем. Бэктреку вайда по КД. Просто по КД, блядь! Знаешь, что у него сейчас бэктрек сделал? Он, короче, за бэктреком мой ебаный, сука, дагон и мой лазер. Просто бэктрек. Бэктрек, блядь. Пошел Пудж за тобой, Спектра, искать тебя. Давай убьем его, Рики. Пудж СС. Ааа! Герой пятый, блять. Найс бэктрек.
как? АФК, чтоб, блядь. О, хуя ты спектры фармишь лес, блядь, если у тебя онлайн свободен с варлоками. Я этого не понимаю, блядь. Давай убьем Тарблейдом. Пробуем. Долбоёб пикнул спектр. Читает на что? Тот КП, кто тут просчитал? Алиса. Приду. Бьем хоть пуджи. Не, хуй его знает, блядь. Там уже агоним почти, ебать. Рано! Как же... Вылезали ультой, ультой, я рядышком, я рядышком. Серьезно? Спектра, Рики, Рики, он на мид идет, сейчас давай убьем его. Я его подниму в юла, дам прокаст. А ты просто тучку под этот дашь. Сейчас будет руны, надо Блядь, у меня просто очко полыхает, я не знаю, типа... Пизду. Скаймак и Зев сейчас будет. У него еще ульта. Руну забери только. Радик уже почти, ебать, да за что? Пять. Меня зацепило, эта хуйня опять меня зацепила. Только меня, и только на меня он дает торнадо мечор, блять. Рефреш в меня хуярит, рефреш, блять. Хуйло. Будь наверху снова. Хуесос, блять, на своем, сука, инвокере, блять. Да, худший инвокер, только в меня все стоит. Скоро будем. Давай не прыгай. Что ж в нем хуёво? Вот тут путь стоит. Хуёво? У меня вся команда живет. У него наш этот рефреш, блядь, два метеора, два торнадо, два бласта, зато я один. Да и батя играю. Да нет, ТП. Батя играю. Сука, чмо ебаный, хейтер. У Зевса агоним на 16 сейчас. У меня ничего нет. Не хочу играть вообще, блядь. Знаю. Все линии проебаны. Блять, мы не можем. Сколько минут уже, ёб твою мать, блять, убить этого Зевса, дебила, блять. Какого хуя, блять? Почему я сюда прилетел, блять? Ой, ну сука. Почему я сюда прилетел, блять? Скаймаг уже, а то скоро. Рики идет крипов стилить. Пал вообще эту игру. Дебильную. Какие-то, блядь, скаймаги и баны в миде по КД. Заебало уже. Отвечаю нахуй. Давай пофарми на Рики тут в миде. Почему нет?
тварь. Я уже даже сам играть не хочу, пизду. Противно, блядь, на этом инвокере играть. Никогда не дадут просто нормально поиграть, блядь, 1x1 постоять, блядь, пацаны, эти петухи, сука. Когда вот я просто убивал его, блядь, и у меня после этого было все идеально. Один раз его убить в миде, и после этого я его по КД убиваю. Как только он на линию выходит. Ну, нет. Петух с этой ТП делает. А у меня Рики, блядь. Бля, мне кажется, как-то этот инвокер, блядь, очень близко дает ебаный торнадо все время мне в кусты. Хотя блинкуюсь так, что не понять особо. Ну ладно, отлично. Даже драться с ними не буду, пошли нахуй. Да-да-да, попикайте, парни, да. У них почему-то петух по КД приходит, а у меня Рики, блядь. Идиоты, блядь. Сбродска дебилов. Чё нахуй. Спектры радик делает. На самом деле, когда у Рики появляются диффуза, Зевс вообще, блядь, не может ничего делать, он же подойти в замес не может. Вот я сколько играл, типа так было. Хз. Вообще Зевса, блядь, можем убивать. Кулдаун. Можно и этого, да, он. Пизду! Хуя! О, АФК стоит! Смотри, блядь, АФК стоит! Типа! Просто чел на урсе АФК встал! Дебил! Он тут просто сразу надо БКБ. Вообще можно не играть. Нахуй он лезет, блядь. О, Рики его зарезал. Рики диффуза. Ну, у нас команда умерла.
Блять, чел на спекле не может просто фармить. Вот ему реликвия не позволяет, блять. Или религия, как там это, блять, правильно. Ему просто религия, блять, не позволяет просто фармить, блять. Мы изи дефаем хайграунд, блять, потом он их просто вынесет. Его там убивать может только разве что некр ультой чуть-чуть контрит, ну типа. Все, радик он решил не собирать. Решил манту сделать. Плохо. У меня, короче, урса хотела без палим, но понял с даггера прыгнуть в рашпит. Он, короче, не попал. И такое бывает, бля. У меня 15 левел на 23, бля, этот инвокер. Короче, походу надо опять собирать. Блять, медас ебаный. Потянух разъебал. Я ворот тебя дал. Где варды, блядь? Кто бы, блядь, нахуй сомневался? Блять, животные не могут ничего с нами не ходит. Скади. Ща, парни, блять, разъебете. Где спектра?
У меня вообще ничего не получается на инвокере. Ну, в пизду. В принципе, я и должен был проебать все как, типа, и надо. Хы. Я каждую игру... Блять, сколько игр подряд я уже, типа... Ну и что я сделаю? Что? Что я сделаю? Что я сделаю? Что? Что я сделаю? Ну, похуй. Пусть закончит просто. Берешь спектру, не можешь фармить, блядь. Ну охуенно, что. На Рике лезешь куда-то, блядь. Вообще непонятно, нахуй. Уже охуенно, когда можно всех замутить и играть. Ну хотели. Ну ладно. Фармить, и все мало, блядь. Да, сделай, блядь. Да, сделай на спектре Тараску, блядь, против Зевса. Вправду, охуенно, чё. Разъебёшь. БКБ купит и вынесет нас. Стойте дальше, в качестве. Окей, пусть вынесут. Книга. Скучно. Сабля на Рике, блять, манта на спектру, блять, ну боже, нахуй. Роумище Рике, блять, а что может быть хуже? Как вообще играть на роумищем Рике? Это же невозможно, блять, у нее ни стана, ни замедли, у нее нихуя нет. Единственный пак, который можешь сделать, это, блять, убить курицу какую-нибудь. И то нет.
Ты отдыхай на улице 160 секунд, блядь, тварь. Все, Тарблейд, блядь, заебал, иди вынеси нас. По моему, судя по правилу, я и должен был проебать. Я и проебал. По моим несложным исчислениям, проебать я был обязан. Что это такое, блядь? Почему у него столько урона, блядь? Хуя! Наконец-то. Это закончилось, блядь. И дальше спектру. Ну и баба. А, лол, у меня тоже картинка залагала. Во, все. Во, даже не чекнул, пиздец. Дим! Ну а то ма. Джинни дают поиграть. На миде тоже хуй поплывешь. Мария, вот сейчас я выиграю. Я одну игру проебываю, вторую игру выигрываю. По поводу девушки можешь чекнуть СП. А по поводу... Сука, давай про острое, не при мне, блин. Так, на них даже не хочу, я хочу, блядь, на пуджике. Взял. Это к успеху. Вот на дровке просто не шмут БКБ, блядь. ГГ. 180 минут дерьма. 180 минут играешь? 80. А, думал 180. Бля, надо, короче, где-то программу взять, которая, понял, типа сервера крашит. Я чела на бит ролит, блять, короче. Ай, блять. Долбоеб заролил 59, второй долбоеб тоже заролил 59. Теперь этот заролил 16, а этот заролил... 5!
А, у меня Сларк. А, у меня Сларк на второй пик. А, ну так а нахуй я играю? Бля, раньше понял, типа, когда на Урсе играл, или... Я, короче, блядь, ульту жал только, когда меня убивают. Я когда прыгал, не жал ульту. 548 часов в доте на инвокере, блядь, хуярит. А, подожди. 548 часов в доте, 555 матчей. Ну, это бустер на инвокере. Так не играет герой 4, блядь, на инвокере. А почему? А, ну да, у него... 21 августа герой 3, 21 герой 4, рампага за бутсикера, подарки, еще оформляет бота плюс. Ну, либо это твинкер, либо что-то другое. Твинкер, что это значит? Ну, типа чел, который играет, допустим, у него на мейне 5000, играет на 2000. Ну, типа создал другой аккаунт и на 2000 играет. Может, это смурф называется? Ну, смурф, твинкер. Твинк аккаунт, то же самое. А я понять не могу, а почему противников на второй пик курса у меня сразу Сларк и, блядь, Тайтхантер? Ну, Сларк и бьёт урсу. А. Да, давай возьми Сикера, блядь, против... Да, возьми Макаку ещё, блядь. Всё, пизда. Пойду с Димоном в PUBG. Блять, он на макаку взял, ну дебил, блять, пидор. Бля, ты можешь микрофон чуть подальше относить, нахуй, когда паришь? А я вот так вот дую, да, типа? Да, ну ты жестко дуешь. А когда затягиваешь, сильно слышно? Так я про это и говорю, да. Когда выдуваешь, нихуя не слышно. О, антимага взял. Ну чё, успеху, блядь. Я ебал рэп, ебал рэп, ебал. Шкипа-дибэ, 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 шкипа-дибэ. Автотюн, напиши про Кимбера. Завтра две контрольные. Ебал рэп. Ебал рэп. Ебал рэп. Я ебал рэп. Я ебал рэп. Ебал рэп. Тебе завтра мамка на дачу уезжает? Она уже уехала. Че, пойдем завтра чилить? Чилить? Еду. В гости заедешь? Да. Но я все равно завтра с челиком в 12:30 встречаюсь. Ну давай заезжай, почиляем на Ленинск. Бульвара ебаного. У французского бульвара? Да, на входе. А, ну так там и встретимся, потому что, блядь, только скажи-ка, с какие подходить, потому что мне надо за хату. 12:30. За Сбербанки. Тупо за хату платить буду. Блядь, чел на урсе в муте. О, пацаны. Ладно, пойду себе похавать, что не сделаю. Здарова. А какие у вас предположения? Кто против меня в миду будет стоять? Да какая нахуй разница? Ты своего проиграешь. Фурса. Ща постоишь, блядь, против Фурса на макаке. Кайма будет стоять. Просто Урс, я макак, я же макак его так отчпёхаю. Ну да, он 6-й левел возьмёт, ты его тупо отчпёхаешь. А нет, хардовая урса. Да, баш. Нормально. Пиздите его. Против петуха буду стоять. То он... Ага. Ну, ничего.
на камне плюс один. А что тебе там не дают стоять, блядь? Ну сейчас, не знаю, мы тут можем какой-то фраг сделать, я думаю. Меня не подпускать даже это будет. Ну так тебе терпеть надо все. Я тебе там тоже ничем не помогу. С первым левелом точно. А здесь мы можем что-нибудь придумать. А, против Скаймага, кстати, сложно стоять, вам скажу. Ну, блядь, это Скаймаг, что ты хочешь. У него стихила нет. Если нужна помощь, ребята, не скажите, просто без пушка, думаю, бессмысленно мне отходить. Ну да, да, без... ты второй левел получай быстрее. Мах на прифарме стоит. Ой, вот это поворот. Чё, пацаны, это не страшно. А чтобы у меня так 20 раз подряд меду не убил. Я приду к тебе. Сларки же, давай. Ой, блядь, ну... Пиздец. Сука. Так, а ты можешь так-то вот как второй уровень возьмешь, можешь прийти, хукать его, мы его пиздим. Я пока иду. Я не уверен, что это. Сейчас ко мне сапог прилетает, он без маны, если что. Я его обхожу. Типа, подожди, секунду, секунду, и бычим. Теперь бычим, давай. А, ну там иллюзия, блин. Подожди, куда ты там? А, давай, я верю в тебя, давай. Ну, попробую. Ну, нет. Ну, он знает, блядь, что я тут, типа. Нормально, нормально. Через 20 сек еще раз попробуешь, и все вообще четко будет. Далеко, давай не будем заходить только, я тебя там не я помогу. Я просто уже тут встану, он сейчас пойдет крипов бить, наверное. Он же без сапога на самом деле, у него МС поменьше, у меня сейчас еще, я вином себе привез. Он видит меня. Ну видишь. Ладно, все, я пошел на другие линии, смысла нет. Ладно, ладно, что не бывает. Я позже приду. Руну, руну, какая руна? Руну, главное, забери у него. Да, да, да. Ты что, руну возьму. Помогать забирать? Нет, я не забрал. Давай, 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 пуджик, пуджик, а что, давай принимать его, принимаем, принимаем. Как хукай, я тебе его... Хукай, хукай, у меня хук в КД, и у него ДД. Ха. Ну да, такое себе. Баратрум тут, откуда ни возьмись. Да блять, да что за хуйта? Ой, как же там? Да не кричи, не кричи, бывает. Ты посмотри, я только вот, я вышел на мид, он мне 2 спула и 5000, да, и все. Я уже все, мертвый. Там антимаг еще фрифарм. Ну ладно, здесь мы, кажись, ребята, проиграли. Видите это, блядь?
Не за что, брат. Да все, что я могу просто сделать на данный момент на карте. Пиз, много ума не надо, да? Кликнем в руку. Бейс ларка. Баунды подарит. Может, мы все-таки попробуем как-то, вот сейчас ты возродишься, убить этого скаймага. Можно, с муком приду сейчас. Зря так, зря ты типа отошел. Все. Ну просто, ну это нечестно, нечестно, ну. Просто тебе надо было уже до конца за ним идти и все. Фармить чей бывает, блять. Ну это проблема вся, вот одного героя, это пуджа. Вот пудж, но он не реализовал себя вообще никак, поэтому мы играем вчетвером и все лайны страдают, потому что. Когда, блять, макак убрал, то это. Ну это нечестно, вот это нечестно. Отлично, да? Крутой герой. Мало того, что антимаг прифармит. Блять, пейзи, заебись. Не тебе только в лес уходить. Я уже брат рубишь. Мана нет. Ладно, чё мы, я порофлить пришел. В этот сделать что-нибудь с ним? Я ничего не могу, абсолютно. У него фейзы, он меня плохо гоняет. О, заебись. Короче, можно не играть. Антимат расфижен. А мы без фарма, урса фри. Хули играть. Не в МК, в мид, дело в пудже. Так мы могли хотя бы от двух лайнов отыгрывать как-то. Ну да, да, дело в пудже. Ты еще курсишь, что макаку уже где-то как полгода не герой? Знаю, я прошлые игры не выигрывал, ничего нормально с собой. Просто не думал, что там скаймаг мид пойдет сейчас, что-то никто его не берет в мид. Он как был сильным скаймаг, не сильный, блядь. Я не спорю, что я мид проиграл, но сам факт того, что игра идет 4 vs 5 уже 5 минут, это оно заметно. Меня с двух спылов убивают. Пацаны, покупаем по шадоу амулету и встаем АФК. Урса. Провижн, мне кажется, стоит.
еще не ставит. А, у него птички берет, вижу. Сейчас он выйдет, смотри. Чувствуешь, что тут надо кинуть дискорд и два спыла? Хоть сварк выжил. Зато сларк выжил. Пойдем Урсу Сларк попробуем убить. Иду, иду. О, давай этого. Да. Начни ультовать него, выйди. Кульвар, короче, серьезно. Блять, ультуй! Без ульты. Ты мне что пишешь на Бенни, блять? Я тебе говорю, просто вы нахуй ты слип даешь. Выйди ультани, я его жрать начну потом. Животное бездарное, блять. Хороший саппорт. Идиот, сука, одну кнопку, блядь, нажать не может. Всё, давай, Паджик, хукай. Без ульты, по-моему. Ну, Паджик, ну че это такое? Это тебе не везет. Сейчас с догоном, блядь. Какой же кайф выглядит. Ну шо как лица? Как плейс. Хуем. Эти маги с бэфами, блядь. С бэфами. Похуй вообще. Ля, пойдешь в пати? А, Ля съебался хавать. Не вспомнил. У меня проблемы с дотой. Короче, стану афкана. Какие проблемы с дотой у тебя? Пишет подготовка к запуску. Ну, значит подготовка к запуску. А сам нахуй шлет. Бэ, ну что ты злишься?
ну слаб у меня герой, видишь? Не могу я на нем простоять. Спокойненько. Да само бы никакого героя не взял, у нас бы антимаг вынес БФом на 14. Не переживай, просто покупай тоже амулет. В прямом, короче, у него есть история, типа, написать про проценты. Мне тот момент было сколько? 4%. Типа, я ему написал 4. Вот. Егор, чё по острым ощущениям? Всё, нахуй, бы закончить. Хочу играть в Ету. О, Экс, тоже пойду похаваю. Я просто типа... Ой, блин, я не хочу это слушать. Боже, свершилось. Грузит. Делаешь клоун бездарный.
меня есть репорт для этого, блядь. Ноль. А, лейбл Black Star. Моя банда любит черный свет. Я выбираю брюнеток хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок. Рокерские джинсы, черная кожа — это принцип. Светит каменным мизинцем, мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный, на губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Твоя мама на моем концерте, все твои родные на моем концерте. Пифагор не сосчитает все мои хиты, Тимати не сосчитает все мои понты. Я на хайпе, каждый год на хайпе. В ее руках мартини, плюс она на стайле. На черном стайле, но я на стиле. Все, что скоро выйдет в Луи, мы уже купили. Зайка моя, я твой зайчик, голос мой эстрадный. Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный. Что завтра я надену, вопрос этот спорный. Но сегодня... Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Умри, не умеешь играть на фадже, не садись, удали доту. Съебись, колхозник. Цвет настроения черный. Давай, напиши мне еще что-нибудь. Колхозник бездарный. Я играю ради удовольствия, а не ради победы, блядь. Я беру героев, каких хочу. Хочу, беру Пуджа, блядь. Хочу, беру Тэчиса. Понимаешь? И все равно я выигрываю одну игру, потом проигрываю одну игру. Я не сливаю рейтинг. Так что, не надо мне писать. Пожалуйста. Бездарное ты колхозное хуйло. Ты мне не интересен, сори.
больше предлагали там в плане импортозамещения, там, Нивой назваться как-то. Нивой. Ну вот, кстати, не понимаете, куда мы идем? Мы идем в ресторан, да, вот про который 15-50. Неожиданно. Хватит, лизнул, блядь. Глубоко. Это у меня небольшое подозрение, что ты ни хера-то не русский, ты какой-то латыш. Он также. У нас латыш также водку пьет. А, слушай, и тут мы понимаем, что он водку пьет как Путин. И латыш как Путин. Они оканчивали одну школу ФСБ. ФСБ. А это правда все мы покупали? Да. А как так получилось, что оно так все красиво разложено? Что, Ленка все-таки приехала с нами? Там на кухне там на кухне отсиживается. Так, это что у нас серый? Так, это бекон. И это бекон. И это бекон, да. Это а жарим, в это заворачиваем. А ничего, вдоль порезали? Да, так специально. Ну, да? Это говядина? Это мраморная говядина. А это тоже мраморная. Это разные стейки. Полумраморная. Извините, этикетки принесите, мы забыли, как называются. Эти креветки в панцире. Эти креветки. В диспансере, соответственно. Эти креветки пересолены креветки, просто поливаем лимоном и соевым соусом и маслом. И на гриль? Можно погромче, Сергей? На гриль, да. Сергей, где, в каком соске тоже у вас громкость добавляется? Это, подожди, это что у нас? Это рибай. Рибай. Ну нет, давайте мы назовем, давайте, это рибай, это полстыка. Рибай, селедочка с пюрешкой заварной. Ну, сейчас у нас сегодня. Креветки, говядина, говядина, свинина, свинина, свинина. Свинина? Цыганятина. Баранина. Прошу заметить. Да, Казахстан. Слышь, вы хорошо с голландским штурвалом это солить, перчить, блядь. Друг другу, блядь, накручивает. Ребят, серый. Мы говорим, что серый вступил, что он эти хвосты да, зря снимает. Хвосты обычно стреба, что заворачивают этот. Ну и потом вот так вот за хвост берешь и ешь. А Серега, как ты говоришь, как готовишь? По-казахски. Это казахские креветки. Я обычно. А что, в Казахстане есть море, нахуй там креветки водят? На Байкале. На Байкале. На Байконуре. На Байконуре. Типа такого плана, да? Все это, короче, серый, смотри. Там поддувать будет креветки. Ну такая кропотливая работа у вас, да? Слушайте, бекон-то тоже соленый. Да. Зря вы их соевым соусом заливали. Нет, креветки нуждаются в соевом соусе. Короче, вы пока заварчиваем, будем по сотке их будем. Ну, то чувство, когда у тебя оператор пранкер Лексус. Выпив этот напиток, именно из самогона, только после него я не побоялся съехать с 56-го этажа. Ссылка в описании. За Красноярск. Стопки через три на брудик будем пить. Ну это будет через три и все. Ну да. Не, ну я просто ребят предупреждаю, чтобы уже готовились. Ну а ты, Леха, мы не сказали, что ты живешь в Екатеринбурге, да? Ну я живу. Ты, то есть ты не переживаешь. Фу, не переживаешь. Не переживаю. Не переезжаешь в Москву? Нет. Принципиально. Да, принципиально. Ну а что там делать, в принципе? Здравствуйте. Люблю свой город. Я там живу, у меня все близкие, в принципе, и друзья там. Вообще красавчик. Ну а как вот с корешами так же собираетесь, бухаете? Конечно, как часто? И везде. Ну как, вы алкоголик или нет? По-разному, когда повод появляется. Каждые выходные, нет? Ну не каждые выходные, там, если есть повод. Каждый будний день. Каждый будний день. Ребята, смотрите сейчас, что происходит на рынке криптовалют. У всех криптовалют, ну в основном биткоина, происходит сейчас корректировка. То есть они сейчас чуть-чуть подкорректируются и опять пойдут вверх. Все в это верят, даже McAfee, создатель антивируса McAfee в это верит. Он к 2022 году должен отсосать сам у себя, если биток не будет стоить $1 миллион. Я думаю, такой почетный человек не должен пиздеть, будет сосать саму себя. Короче, ребят, если вы вот в этом ничего не понимаете, да, в новых технологиях, в криптовалютах, в блокчейне, в принципе, так же, как и я, то можете зарабатывать на всем этом с помощью команды профессионалов Start.com. Как делаю это я, еще раз я говорю, ребят, я реально с ними работаю уже больше 4 месяцев, и реально зарабатываю, реально не выводят деньги. И мне сейчас пишут в комментариях, ребята, что спасибо, что посоветовал Start.com, мы уже тоже с ними зарабатываем. Так что давайте, ссылочка на Start.com в описании, давайте зарабатывать вместе. Ребят, мангал прямо в этом. На улице просто холодно. Ну как холодно, ну вроде бы тепло, но руки замерзнут, там задубеем один хуй, заболеем. Мы только с Таиланда, еще климатизация, блядь. О, только в Таиланде температура нормально. Это что у нас? Здравствуйте, я Юлия Высоцкая. Ну что такое суббота? Это значит впереди
говядина. Рибай. Мы будем людей в ресторане угощать? Пробовать же, да? Давайте. Ну и будем спрашивать их мнение, да? Так, подожди. Когда я был в Америке, на упаковке мяса было написано, если хотите вы, ну там, medium, то держать 3 минуты. Если хотите well, держать там 5 минут. Если well done, то 7 минут. Извините, у нас ресторан загорелся. Ребят, Андрей, работник ресторана 58, расскажи, 58 градусов это внутри мяса температура? Готово 5 минут. А 15 минут? Время приготовления. Да, время приготовления. Да, да, да. 7,5 минут на одной стороне, 7,5 на другой или как? Грубо говоря. Палыч потек, смотри, заблестел. Как шарик на новогоднюю елку. Хочешь похудеть? Но. Охуеть, мы до чего докатились? Мы нас зовут в рестораны, чтобы мы готовили еду. Охуеть, блядь. Мы что, Нусред, что ли? Вот оно уже все и готово, ребят. Так, это что? Это толстый край. Давай. Да, толстый край. Толстый край. Толстый. Он там что-то вниз обвалил. Ну, допустим. Опа. А это рибай. А это тонкий край. Да, он трогаешь. Ну, нет, мы же все нарезаем. Смотри, оно с этим? Да. С кровинушкой. Че? Че вы там жрете без меня, блин? Во-первых, она идеальна по соли. Да? Да? Во-вторых, прожарка. Изумительная. Жарко супер вообще. Вот прожарочка. Ух ты. Ребят, не вижу повода не выпить. Нихуя себе. Это что был, толстый край? Толстый край, да. Пожарен по... По Серёговским. Толстяком? Толстяками, ну. Толстяками? Эй, алкаш, готовься выпить. На столе водка ужасно стоит. Ты представь, жены нет дома. Или крепко она под люкой спит. Чтобы тело и душа были молоды. Ну чё? Отпало желание? Отели топить? Где водка с вечеры или холода? Закаляйся, как сталь. Ну что, отпало желание? Палыча подъебывает постоянно. Нет. Ну что, желание худеть не перестало? Не перестало, что? Перестало! А это он по-цыгански сказал. Ну что, отпало? Все, что можно было. Слушай, ну от такой вкуснотищи реально все отпало, блядь. Серый. Палыч. Ну, как это, у тебя серый. Серый, он не палыч, он придворный. Пау-пау-пау, фу, во все стороны нахуй! Здравствуйте! Не заебался я играть на одном герое 10 лет. Эй, ты! Да-да, ты! Хочешь научиться играть в доту и поднять свой рейтинг? morememr.com. Топовые гайды от сильнейших игроков, уникальное видео от известных личностей, постматчевая аналитика ошибок, анализ текущей меты и многое, многое другое. Ну а главное, море халявы. Не просто море, а целый океан, в котором можно утонуть. А еще 5 аркан каждую неделю. Может быть, ты будущий Миракл. Пора выйти из тени. Я пропадал, кед, да нигде не пропадал. Че, я не могу отдохнуть, что ли, пару дней? Оп. Ну я просто стримлю, Парабеллум, привет. Я просто стримлю, бывает, блядь, чуть ли не каждый день. Ну да, и на этом фоне, наверное, вам кажется, блядь, если я не стримлю там пару дней, то это сразу же идея есть, да? Silencer, can you give me ops? I will place it by myself. Not for trend, for me. Я вчера сыграл, кстати, на лондруиде и выиграл. Причем со счетом 4-1-10, по-моему. Последняя игра уже у меня была. Monkey. Окей. Go.
Баг, блядь. Против АМа. Я бы против другого и не выиграл нихуя, наверное, блядь. Честно говоря. Антимах такой герой просто. Он после 5-го левела андроида уходит с линии, блядь. При нормальном раскладе. Но не может фармить. После... Он же корни проходит, все, антимах, блядь, на пол хп улетает в таверну. Ну не в таверну, в смысле, блядь. Ну, потом уже в таверну, после вторых корней. Ух ты. Сельд. Получила, блядь. Блядь, сельд с дарксиром ёбают линию. Что это за нововведение, блядь? I can help you, bro. А, ну селедка пофидела и съебалась к нам на лайн. Ну похуй. Постоим. Щито, блядь. Го, тренд! Блять, ну если бы он, ну как бы не протормозил, блять, мне кажется, мы бы там их убили. Ну, точнее, мы бы ее убили и сами бы не сдохли, блять. Мы его можем убивать. В чем проблема? Одинарные пулы, блять. Ну вот с этой теперь курицей, наверное, вряд ли мы его разъебем. No, we are not going. It's two wave of creeps and we look super close. Go, main bow. Нормально. Эти гильюзы ебаные курицы, блядь. Я лево хочу, фу, этот, урну хочу забрать. No, cooldown. Everything cooldown. Go, monkey. Мы им оторвали голову, а представьте, урна бы была. Не дают, сука, курицу повязать. Будет ли третий Warcraft когда-нибудь? Да будет когда-нибудь. Когда-нибудь уж точно будет. He got no X mark, dude. Oh, never mind. Conker is coming top. Ember, how you doing? Ember doing, блять, бутылка на 7 минуте. Кунка, что ли, тут, блядь, рядом? Да он что-то какой-то это. I'm not going, dude. Dude, I tell you, I'm not going. I kill monkey, it's fine. У меня ульта не было, так бы я всех там нахуй разъебал. Level 7. I've got no everything. I got no spells. Whatever, it's close. Попал. Good job. Cooldown 3 second. I'm going. On here. Take bonus. Monkey is coming here, be careful. Cooldown, dive on me. 10 seconds, wait for it and go. I can kill them both. They can't do shit, bruh! You got no ultimate, oh my god. Бля, прикиньте, у него был бы ульт. Kill Kunkka, bruh, kill Kunkka! Нет,
нет, блядь. Пипипо, пипито, пипито, типипо. I'm running, bro. I'm not going TP. Hold on 10 seconds. Just wait for me. Блять, макаку думал поймаю, ни черта. We fight them. Kill Kunkka, guys, kill Kunkka. Юль! Ну стан, плюс, блять, крест, плюс вся хуйня. Надо было просто уходить, я что-то. Слишком надеюсь сильно, блять, на пациков с команд. Вууу! И в цветочек! О, сайленсер идет в такой билд. Мужской, блять. Ой-ой-ой, блядь. На... Ага. Нет, я так не буду умирать, блядь. От щита Дарксира на крипе я умирать не собираюсь. He know you there, dude. Dude, you can leave this place like super easy. What's happened? Главное, блядь. Я не могу по карте, блядь, разорваться. Видите, какой он быстрый? Здравствуйте. Пау, 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 фуф, во все стороны, нахуй. Я. Бак, 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 бак. Бак, 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 бак. Здравствуйте! Бэм! Ой, блядь, что ж ты делаешь? Нахуй ты курицу убиваешь мою? Кири умирает на курицу. Меняется. Bounties, bounties, take bounties, please, take bounties. Bounties, bounties, take bounties. Take bounties. Ну давай. Но я take bounties, например. Ой, больно, больно, ай, больно, ай, больно. Ой, больно, ай, больно. Ну я мог там дайв нажать. Но, честно говоря, Кунку вообще там не ожидал увидеть. They have ulti on Kunkka and Slaughter Blink. Trint, can you buy dagger, bro? Oh, courier died because of Monkey King, bro. We kill Monkey King there. Dude, we need dagger. You play with Phoenix. Why you buy Yule, my friend? All you need is just jump into, because they can kill me fast. You know how it works? Kunkka Invis, Kunkka Invis, Kunkka Invis.
Oh, he wastes shadow blade. Kill him again.